Вдруг они все погибли? Вдруг военных уже вообще не осталось? Серпо обвел вас вокруг пальца. Реально веришь, что Серпо пришлет вертолет? И так нас не будут бомбить. Хрена ли лысого было врать? Мне надо было вас расшевелить. Всех и сразу. Единственным способом была угроза бомбардировки. И ведь сработало. Все же сюда добрались. Я просто сделал то, что должен был. Ты ничуть не лучше Серпо и прочих уродов. Идите нахрен! Я к вам в друзья не набиваюсь. Моя задача — вытащить людей с этого долбаного острова. Всех поголовно. А когда сюда доберется Серпо, спасать этих людей он не будет. Ему нужны только вы. И черта с два я допущу, чтобы все остальные погибли, ясно? Вот поэтому мы и забираем у него вертолет. Ты вертолет видишь? И я нет. Потому что они не знают, как нас найти. Привлечь их внимание — это как раз легко. Надо просто поджечь что-нибудь на крыше. Ну так, чтобы дыма было много, но пожар не разошелся. Вы займетесь этим, а я возьму на себя все остальное. Как насчет старых кинопленок? Кажется, именно так сожгли Гитлера. Хорошая идея. Главное, что не придется выходить наружу и искать топливо. Но Жаклин еще надо убедить с ними расстаться. Поговорите с ней. Договорились. Не обязательно брать все пленки. Нескольких хватит. Как можно скорее отнесите киноленты на крышу. Не хватало еще упустить вертолет. Сообщите, как будете готовы, и я к вам поднимусь. Берегись! У вас появился план побега? Не понимаю. А тут кто? Полковник нам врал. Реально верит, что Серпо пришлет вертолет? У вас очень серьезный вид. Мне уже пора волноваться? Если Серпо опять будет вешать мне лапшу на уши, я... К нам летит спасательный вертолет. Надо сжечь несколько твоих кинопленок, чтобы они знали, где нас искать. Это что, шутка такая? Неужели нельзя набрать дров? Или картонных коробок? На многих пленках редчайшие оригиналы. Если выбирать между собственной шкурой и старыми киношками, шкура мне дороже. Ты же не хочешь здесь помереть? Вы правы, конечно. Простите меня. Я все еще думаю так, будто мир остался прежним. А ведь теперь все иначе. У меня в коробке хранится подборка старого жанрового кино. Берите сколько надо. Спасибо. Возьму. У нас с вами бывали разногласия. Я все понимаю, но как это все-таки печально. Культура всегда погибает. Ну как, что сказала Жаклин? Если Серпо опять... Чтобы выжить, мы всегда уничтожаем самое дорогое. А тут что-нибудь? Реально веришь, что Серпо пришлет вертолет? Надеюсь, сработает. Отвлечь этих гадов. Там сцена на площади для концертов и всякого такого. Если динамики еще работают, вы можете их включить. Может, повезет, эти твари пойдут на звук и оставят нас в покое. А, черт. Ладно, иду. Авось колонки еще работают. Почтить память погибших. Народ явно собирался послушать музыку. Знаете, я угадаю, ни хрена не вышло. Надо найти диск и вывести звук на динамики. Песни Сэма неплохая песня, но мне больше по душе это. Сюда, придурок! On a different plane, take it outside, it's all the same. Say right quick, real simple and plain, say be motherfucker, y'all. No room in here, the things go down, and the guest list is closed, and the plus ones allowed, and the devil locked his door. No room in here, ears come quick, the air's getting thick, when the dead start to rise, and there's no place to hide. No room in here, and the guest list is closed, and the plus ones allowed, and the devil locked his door. No room in here, ears come quick. The air's getting thick when the dead starts to rise. There's no place to hide. Eat the brain, won't get the brains. Conduct the wrong, my zombie train. On board, kill wrong, leave a bloody soul's pain. Won't play game, no slick talk. Devil dick like a pitchfork. No super suit, no back cage. Just shrunken heads and dead stock. I'm Osberg, I'm Tupac. B.I.G. with two Glocks. Big L from head and back. Collecting heads in my knapsack. Go around with no chance. Spotlight, no cage. Child like Hunger Games, chase a bitch, no skin. The things go down, and the guest list is closed, and the plus one's allowed, and the death lock is gone. The air's getting Вы поможете мне почтить память погибших? Если ты хочешь. Только я слышу, Серпо ничуть не лучше. Так мы проделали весь этот путь зря? Что же нам теперь... Соблюдайте субординацию. Приказываю вам пустить этих людей на борт. Держать, сэр! Таков приказ. Сначала иммунные, а потом остальные. Довольно. Живо забирайте этих людей или не получите никого. Я же говорил, что так и будет. Я поднимаюсь на борт. Сэр, еще один шаг, и мне придется применить оружие. Зачем вы это делаете? Бросайте оружие! Опусти оружие, быстро! Отойдите от лестницы, сэр! Не смей нам угрожать! Вы за это ответите, солдат! Садись! Живо! Или мы тебя собьем! Положите! Или вам конец! Это последнее предупреждение, сэр! У меня приказ! Спасибо, с меня причитается. Обожаю запах напалма по утрам. Ха! Поперли! Вот что! начать возводить баррикады. Иди сюда, урод вонючий! Осторожно, блин! Здесь столько друзей. Что делать? Когда я приехала, они очень радушно меня встретили. С теплотой. Я совершил столько ошибок. Вы поможете мне почтить память погибших? Все пытаются спасти тех, у кого иммунитет. Но как же остальные? Что ж, как теперь быть? Вся наша надежда была на вертолет? Ах, этот ублюдок за все заплатит. Да, поискать его стоит. Попробую починить вертолет, а может, чем черт не шутит, Серпо знает другой способ убраться с острова. Может, пойти за вертолетом? Ну не могу же я тебе отказать. Вроде бы вертолет рухнул неподалеку от старого форта. Может, просто пойти на дым? Каким же я был дураком! Как я им раздал-то пачечку? Нифига себе! Я бы еще выжил, но вертолет разбит в хлам. Такая была идея. Его найдете Серпо. Есть мнение, что Серпо дал дёру. С ним один из первых. Отсюда ведет цепочка следов. Пойду по ним. Придется поискать другой вход. Заперто. Напалма по утрам. Ха! Нифиговый у них тут лабиринт. Вроде бы здесь. Где Фрэнк Серпо? Я не знаю. Вертолет рухнуло, а потом нас обступили эти твари. А ты как сюда добрался? Он тебя припер, что ли? Что? Да хрен там. Этот ублюдок заботился только о себе. Я только выбрался из-под обломков, а он уже полдороги отмахал. А второго пилота он застрелил и бросил, чтобы отвлечь зараженных. Я еле сюда добрался. Мать! Слушайте, как найдете его, убейте. Понятно? Убейте его! Сукин сын Серпо. Он за все заплатит. Где эта хрень? Вы же понимаете, что вы всех нас нахрен угробили? Руки видишь? Вот ими я тебя и задушу. За то, что ты убил Харди. Я вас умоляю. Вам жалко этого идиота? Господи Иисусе, лучше уж он, чем вы. Согласитесь? Помнишь, что ты со мной делал на корабле? Такое не забывают. Оглядитесь вокруг. Вы правда думаете, что все само утрясется? Господи, здесь все на кону, понимаете? Все! Отправь сюда еще один вертолет, иначе я тебя скормлю этим тварям! Еще один вертолет? Вы охренели? Или вообще понятия не имеете, что здесь творится? Готовь белые тапочки, Серпо. Вы бы себя видели. Гнев, ярость. У вас внутри все кипит. Да уж. Держать себя в руках, небось, все сложнее. А что хуже всего, эта ярость не покидает вас ни на минуту. Ждет своего часа. Ну, спасетесь вы. А дальше что? Откуда ты знаешь, что со мной происходит? Харлоу точно такая же. Что, вы этого не знали? Да. Она отправилась в карантинную зону. Хотела уехать на лодке. Мы ее поймали, когда она пыталась свистнуть данные из лаборатории. Сволочь. Ведь еще думала, что ей все сойдет с рук. Что сойдет с рук? Она хотела сдать эти сведения в ВОЗ и вывести вас на чистую воду. Всемирной организации здравоохранения? Неужели? Да она просто обыкновенная террористка. Она хотела забрать вирус, вакцину и продать любому, кто подгонит ей грузовик денег. Так вакцина все-таки есть? Где она? Вакцина у нее. Если она вам нужна, приходите и берите. Но по-хорошему Харлоу ее не отдаст. Это я вам точно скажу. Ей ведь обещали кучу денег. Так что только через ее труп. Не надейся, что отделался, Серпо. Мы еще поговорим. Эй, я в форте. Тут можно отлично залечь на дно. Идите сюда. Надо проверить порт. Да. Посмотреть, никого не беспокоить. Прогуляться по карантинной зоне. Вы так и оставите Серпо здесь? Серпо придется подержать здесь. Он утверждает, что все еще может нам помочь, так что лучше пока оставить его в живых. Но не спускай с него глаз. Если попробует что-то выкинуть, мочи. Не волнуйтесь, я за ним пригляжу. А будет нарываться, он у меня сразу узнает, что я тоже могу ни хреново обнаглеть. Пора спускаться туда. Ага, помогу. Если Серпо думает, что Харлоу хочет сбежать на корабле, этот корабль все еще должен стоять где-то в зоне карантина. Когда доберетесь туда, поищите его. Быть может, это наш единственный путь к спасению. Я уже и не знаю, что делать. Если вы сейчас не найдете вакцину, вы уже никогда ее не получите.